Специально для ЭВР. Вот мои саркококи гукера. Есть как обычная форма, так и карлик. Вот такие растут прекрасно, цветут каждый год. Вот плодики даже поспевают. Так вот я их высадил. Вот такие вот приросты. Так вот будет цветение. Вообще растет без проблем. Вот эта вот высокорослая форма обычная. Карлики, они вот такие вот чуть поменьше. Вот. Вот такие вот красивые кусты. Вот. Цветут очень ароматно. Главное, чтобы было не сильно холодно. Вот они вот рядом с самшитом и фатсией.